Автоинспектор Силач оторвал руль у москвича. Инцидент произошел в Омской области. Водитель авто вместе с друзьями выехал в лес отдохнуть. Но на проселочной дороге их путь перегородил полицейский УАЗ. Как оказалось, у хозяина раритета не было удостоверения. Сотрудник ГИБДД потребовал отдать ключи от машины и собирался эвакуировать авто. Но не тут-то было. Владелец москвича заблокировал руль и выбросил ключи от зажигания. Инспектор попытался выровнять колеса, но перестарался и оторвал руль под хохот присутствующих. Эвакуировать машину не удалось. Водителю попросту выписали штраф размером 5000 рублей. В отношении полицейского начали служебную проверку. В МВД установят, действовал ли инспектор в рамках полномочий. Ha 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 ha!